вообще народ. Все мы, в общем, в самолете с Мишаней. Все, назад пути нет. Да, у тарана ждет. Ребят, Мишанька у нас борется всю дорогу. Да, мы набрызгались, им пофиг, а им наоборот говорит, о. Я разбил камеру сейчас. Да. Первая потеря у нас. Герасим Васильевич, у меня термоцел где-то вообще люто поели до крови. Так, ну что, мы уже в сборе в Светлогорске. Это здорово, уже полпутя пройдено. Нормально? Никого нет дома. Никого нет. Привет, народ. Вот так начинается наше утро. Герасим Васильевич вчера уехал, улетел на вертолете налаживать лагерь. Вот, а мы будем налаживать подушку сегодня и на подушке выйдем. Утро началось у нас с завтрака в гараже. А завтрак-то замылил, не снял. Не, ну, мы были сонные, не умытые. Ага, понятно. Ты не хочешь показывать, что ты трескал там. Ну, конечно, чтобы никто не завидовал. А сейчас мы поедем возвращать к жизни воздушную подушку, на которую мы пойдем в лагерь. Радость у мужиков. Это гараж, в котором есть все, что нужно. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шарп». Подробный обзор вездеходов в описании. О! Вот, это самый знаменитый. Вот, ребят, перед тем, как пойдем, приведем в чувство аппарат. Подлатаем кеги. Вот так выглядят гаражи. Гараж-бочка. Цепями, чтобы... Слушай, Серега, а зачем цепи? Это что раньше было по бокам? Да просто цепь валялась. А, понятно. Декор. Да. Ну что, оригинально. И постучаться можно. Тук-тук. Давайте посмотрим, что внутри. О, народ хранит лодки, запчасти. О! Склад. Так. О! Здравствуйте. Все, коллекция самоваров. Вот, ребят, настоящий медвежий тапок. Засунул туда ногу и пошел. В таких тапках вы гарантированно соберете грибы только вы. Потому что по вашим следам никто не пойдет. Я бы точно не пошел. Это спину часа. А вот эта штука замечательная, ребят. То есть, ну вот все, то есть все гармонично. В таких тапках ты идешь, да? А это вот так вот спинку почесать. А это вот так вот почесать спинку. Ну-ка, надо попробовать. Кайфово. Хорошо, видишь, лысину можешь тоже чесануть. Мать природа все так хорошо придумала, прям. Да это до мурашек. Шьем кеги. Ехать надо. Надо шить. Да, хочешь ехать, надо шить. Так. Таким же образом подшиваются валенки при помощи
такого нехитрого приспособления. Шило с крючком прокалывается, заводится вот сюда. Сейчас покажу. Нить. Вот так это все делается. Раз. С той стороны ниточка. Вытаскивается, делается петелька. Снаружи продевается нитка. Потом сюда нитка, как на машинке швейной. Принцип тот же самый, только ручной. И все. Вот и все. Надежный, хороший шов. Привезли мы кеги к подушке. Вот. Будем их устанавливать вот сюда. Зашприцевали кардан, проверили масло. Дольем тосол. Продолжаем готовиться. Небольшой это вот двигателю. Меняем свечки. Проверяем фильтра, масло. В общем, все, что положено сделать перед выездом. Вот это запас, это я понимаю. Вентиляторы, подшипники. Тосол сейчас дольем. Редуктор. И вот. Ну, все так же, как у нас, ребят, с шерпом. Все, что может и не может пригодиться в дорогу, все надо взять. Все надо брать. Да. Что там может случиться, кто его знает. Дорога такая. Дорога есть дорога, да. Моторок. Ну что, все работает. Поставим капот, подъедет воровайка. Ребята, мы нашли здесь работающий кассетный магнитофон. Настоящий. Уже на свете я не верю. Ты одна сумеешь. Вот это да. Так, ребятки, наконец-то и лагерь проснулся. Мы сегодня едем на рыбалку. Ну, давайте все по порядку. Смотрим. Народ, доброе утро. Ну, что ж мы. Наводим порядки. А я приготовил вот такую вот яичницу. У нас чуть-чуть помидорки раздавились. Я их пережарил. Разбил туда яиц. Сырком посыпал. Вкуснота. Лука не было. Не привезли еще лук. А так наводится уборка. Местные. Так, ребят, едет воровайка. Будем мы грузиться. Ну что, народ, осталось дело за малым. Лодку спустить на воду. Вот такой замечательный чистый топляк. Веет холодом, водохранилище лед. Лед лежит. Местами мало его. Путаранские сараи на лыжах. Так, а это, скорее всего, судя по мотору, везут подушку точно. Номера отсутствуют на машинах, как класс. Ни здесь, ни там нет. Карабь на земле, скоро будет на воде, а уж по воде мы сяп-сяп да просяпаем, вон там льды по льдам и туда, 140 километров, уже вон видно Патарана. Эх, красотища, ребята, край здесь благодатный, вот так ходишь, можно вот телефон спутниковый найти, грибы еще не поспели, телефоны поспели уже.
Вот кто у нас прошел там. Какой спутниковый телефон у нас? Вот такой вот. Блочок. И к нему подключаем смартфон свой. iPhone или Android. И уже пользуешься спокойно. Конечно, управление судном на воздушной подушке достаточно специфичное. Я еще не пробовал управлять подушкой, но думаю, обязательно мы возьмем подушку на какой-то из обзоров, может быть, из походов. Просто надо найти качественного, хорошего производителя, которого будет не стыдно показать и рассказать. Приключения у Гриля на Путорана. Первая серия, все начинается. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHARP. Ссылка в описании. Опа. Ну что? Олег, приедете, сразу звоните, чтобы добрались. Итак, наши отважные путешественники в лице Мишани, Олега и Шериша, бороздя поля топляков, рассчитывали быть часа через 4 на базе. Но, как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Путь лежал через Курейское водохранилище. Водохранилище было заполнено в 1988 году. Его площадь 558 квадратных километров. Строительство водохранилища, как и везде, негативно повлияло на сложившуюся экосистему. После его затопления произошло сокращение общего запаса соболя, белки, зайца, горностая. Уменьшилась численность хищных животных, рыси и росомахи. Также уменьшилось количество ценных пород рыб. И пока подушка летит к лагерю, в лагере происходят сборы на рыбалку. Уж очень нам хочется отведать свежей, хваленой путоранской рыбки. Собрались добрые молодцы с силушкой богатырской трясти, спиннингами махать, рыб ловить. Потому как, ребята, жрать хочется. Под нами раскинулась река Курейка. Она также известна как Люма или Нума, правый приток Енисея. Длина ее 888 километров. Расход воды в устье около 700 кубических метров в секунду. 700 тонн воды в секунду протекает в реке. Это немало. Исток реки находится на склонах плато Путорана. Далее она течет на север по территории Красноярского края, протекая через озера Ядун и Анама. После впадения в нее реки Яктали, Курейка поворачивает на юго-запад и течет к Енисею через озеро Дюбкун. Ширина реки в районе устья около 1 километра. Виды кругом завораживали, и казалось, что в каждой луже тут живут крокодилы, которых ловить не переловить, а в болотистом редколесье постоянно мерещились росомахи да медведи. Мы сделаем посадку на одной из впадающих в Курейку рек. Уровень воды еще очень высок, вода мутновата, но щука уже должна жрать. Это-то мы и хотим проверить. Уж очень хочется щучьих котлет. Капец всем рыбам! Ох, сейчас поймаю! Ух, поймаю сейчас! Ух, как поймаю! Ух, как! Словлю! Как споймаю! Что, ребят, не хочет нас принимать Путорана никак. Прогорела прокладка у нас у мотора. Потеряли мы ход, дрейфуем. Ушли мы километров, наверное, 5-6. Хорошо, что не заклинило. Хорошо, что не заклинило, ничего, все крутится. Да.
Так что вот такие вот пироги. Ну ничего, мы по крайней мере на плаву. Ждем команду спасения. Митя. А это нижняя, когда у нас то это немножко потравливает, это не страшно. И вот в то время, когда экипаж нашего СВП попал в такую передрягу, мы наслаждались рыбалкой. В этот раз я отдавал предпочтение попперу. Это и зрелищно, и красиво. Собственно, смотрите все сами. На поппер здесь ловилось все. Опа, есть! Ха-ха-ха! Есть! Потихоньку, не спеши. Блин, а у меня... Фрикцион. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто там у нас, Гера? Щука. Щука. Вон она. А я сейчас ее поснимаю. Да ладно ты еще. О, какая хорошая. Смотри, перекусана еще. Смотри, какая красавица. Да, Андрюх, ну что ты придуряешься? Эй, ребята. Посмотри, как бедолага, она... Опа! О, ребят, какую я бегемоту поймал на попперу. Хороша, хороша. Блин, я не снимал ее, елки-палки. Сейчас следующую снимем. Я ее не со злости ударил. Хороша, бросай. Ты что же подкусанная? Андрюх! Ну что, ребят, заброс щука, заброс щука. Скукота. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Как? Фокус. О, у меня сейчас поклевка будет. Фокус. Смотри, как называется это. Фокус. Гера, фокус. Берется мышь. О. Подходится. И легким движением руки. Забрасуля. Шлеп. О, надо на лягушку попробовать. Еще. О! У меня вон где она клюнула. Не-не-не-не-не. У меня уже, видишь, вон, вымотано было. Ребят, видели, где взяла? Я даже сам не смотрел. Смотрел за мышулей. Смотри, как у меня поппер уловистый-то, а? Так, куда она там прыгает? Прям вот тут вот на кончике, блин, удилище взяла. О, вот там вот у меня все клюет. Сейчас он выйдет. Вышла вон уже. Они там в засаде, видно. О, 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 промахнулась. Выходила. Опа, есть на мыша. А, дядя Витя поймал. Потерялась, да? Так, ладно. На мыша берет. Ой-ой, какого я бегемота поймал. Посмотрите только. Что, на лягушку не хотит, да? Ну-ка я на вертушку попробую тогда. Опа, видели, ребят? А! Ну что, небольшой повтор этого прекрасного момента. Вот смотрите, первая атака проходит. Красиво. И тут же щука разворачивается и атакует второй раз, и видно, как блесна заходит ей в пасть. Щука на крючке. Отлично. Ха, я ее прям здесь поймал опять. Попер, да? Нет, вертушка. Не подергивай, так, аккуратненько. Вон она, ребят. О, о. Противная какая, а. Да-да.
Есть! Прям с-под берега вышло. Вот так вот. Опа! Вот такая, ребят, красавица взяла. Приятно, приятно. Так, ну что, народ, мы продолжаем дрейфовать по течению в сторону поселка потихоньку. Это Лысая гора, да? Или как она? О, Лысая гора. Мимо проплывают лодки. А вот нас едут спасать. Чем ему махать? Баллон красный поставить. Да не, нас... Вот что он сейчас приедет? Нас хорошо видно здесь. Здесь вообще глубоко? Очень. Плотина 90. А поднимали на сколько уровень воды? Метров. На 6 метров поднимали. 96 метров. На 90... Подняли на 96 метров. Да, под нами глубоко. Водохранилище. Что-то, ребят, ничего там нету. Пойду вот сейчас вот в эту травку покидаю. Попера. Посмотрим, что из этого получится. Что-то должно получиться по-любому. Бережок пониже надо выбрать. Ух ты! Ух ты! Родничок какой-нибудь. О, ребят, видели? Щука. Может, ее поймаем. Вон она, точно. Вон она. Оп, промазала. Оп, давай, давай. Оп, промазала. Опа. Участвовал я в подцеплениях, не снимал ничего. Вот. Все, тащит нас, буксирует. Собакин с нами ехать не захотел. Говорит, ну вас нафиг. У вас, говорит, какая-то ненадежная лодка. Перебрался. Вон туда вперед. Все, идем мы 5,5-6 километров в час. Через час будем в поселке. Вытащим подушку, перегрузим. Перегрузим, а может не перегрузим. Может пойдем вторую лодку снижать мотором, чтобы за раз все увезти. Потому что один раз на лодке мы все не перевезем. А на второй лодке нет мотора. Вернее, он есть, но отдельно. Так что приключения. Все за приключения, ребята. Скорость замерять. Да, 7,5 нас тащит, хорошо. Ну хоть так, не на месте, не дрейфуем. Да. Хоть волокут. Да. Всякого разного скучно не было. Мы бы спокойно бы да, дрейфовали бы до места. Ну, за неделю бы дрейфовали. Ну, да. Ну как раз за неделю. Подъели бы. Все бы освоили. Вот она, красотка наша. Ах, блин. Не засеклась. Оп, еще удар. Давай, клюй. Давай, я тебя жду. Ну так и ловим, ребят. Можно спиннинг-то не разматывать вовсе. Упс. Опа! Есть! Ха-ха-ха! Есть, ребята, есть! Есть, крокодил! Есть, крокодилка. А, это наша подружка та, которая ободранная была. Пусть потягает. Пусть потягает, подустанет. Вот она у нас ушла-то, первая, которая у меня клюнула. Видите, она уже обкусанная. Свечку она сделала. Вот ей не надо давать свечку делать.
Пойдем-ка туда, где будет тебя доставать поудобней. Давай, 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 потаскай. Потаскай, давай. Давай, 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 тяни, 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 подустало, чтобы. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 подустанем, давай, давай, погребем, 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 погребем. Подстачниками здесь не пользуются, рыбы много, поэтому не так это и жалко, если даже она и уходит, рыба куда-то. Оп. Ладно, еще помучаем ее. Давай, 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 пошла, 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 разматывать пошла. Молодец. Давай, мне надо, чтобы ты подустала чуть-чуть. Ты какая-то больно активная уж. Уж больно ты какая-то активная, подруга. А? О, давай, пошла, 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 пошла. Давай, 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 давай. Давай, 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 греби, давай, ты сможешь. Жду, когда она устанет. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Уж ты. О, молодец. Давай, 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 давай. Пошла. Ап, красавица какая, а. Обратно пойдем. Еще дубль. Давай, еще дубль. Давай, пошла. Ну, вперед. Дрессированная. Кто-то ее, ребят, покусал, смотрите-ка, как ее покусали. Первая, которая у меня ушла, я ее это самое ловил уже. Опять клюнула, у нее лоб покусанный. Она уже один раз снималась в кино. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Ну давай, ну куда ж ты? Давай, 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 давай. Угу. Угу. Не могу. Давай, давай, еще кружок, ты красотка. Ой, ты сможешь. Давай, 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 давай. Ой, какая умница, бочком, бочком пошла. Хорошо. Да, ее кто-то это самое. Она больная какая-то. Да не больная она. Клевала-то как здоровая. Ну она что, маленькая, что ли? Сейчас, ребятки, сделаем куканчик. Смотрите, какой хороший кунёк. Такой мерный. Опа, вот такой кукан у меня получился. Все, пошли. Хелифишинг. Прикольная штука, ребят. Шух. Присел, где никого нету, и половил. Что никто не ловил. Красота. Все, ребят,
Здесь мы половили, пойдем на другую рыбалку. Наловив щук, мы решили изловить еще хорюска для засолки. Для этого надо было перелететь на другую реку. Ну что же, сказано сделано. Крюч на старт и вперед, навстречу хорюсам. Но пройдя на реку, нас ждала первая неудача. Уровень воды был так высок, что где-то сесть не представлялось возможности. Все островки были залиты водой. Надо ждать, когда спадет уровень воды. Хочется есть, и мы летим на базу. Программа минимум на сегодня выполнена. Будем обедать, ужинать и готовить лагерь к приему дорогих гостей. Ну что, ребят, вот закончилась на сегодня рыбалка. Ждем нашу подушку, которая должна прийти с Мишаней вместе. Может, они что-нибудь еще поймают, но я не думаю, что они будут что-то ловить. Да, они без удочек, без всего идут. Вот. Ну и будем жарить щук. Обязательно вам покажем. Так что приятного нам аппетита. Так, ну что. Вытащилась лодка. Благополучно. Пристали к берегу. Все живы, здоровы. Да. Проблем никаких, особенно с комарами. На двух. Пойдем. Они только начинают. С комарами проблем нет, комары есть. Так, народ, сегодняшний день подходит к концу. Время уже где-то, наверное, 11 вечера. Здесь непонятно, день или ночь. Нет, понятно. Вечером, ночью солнце светит меньше, а днем солнце светит больше. Мы сейчас будем ужинать. А вот время, да, 23.05. 23.05 времени. Родина, мать зовет. Зовет нас, по всей видимости, уже поспать сколько можно. Фу, сходили в баньку. Просто и жарко. Сейчас команда в себя придет, будем обсуждать, куда полетим. День рождения мы отмечать. Какое заведение нас примет? Маленько красное, как маленько не заглядывает. Да как бы здесь точно ничего нет. Андрей, как вам рыба, собственно, пойманная? Неплохо, неплохо. Неплохо. То есть это вот так вот первый раз, а да, почему, так чтобы сам поймал и съел? А продают щуку в магазине? Продают. Но она не будет такая вкусная. Вот она здесь даже, Андрей. А, ну, в смысле, мороженая, она уже такая не будет. Нет, да. Она пару дней. Она еще с разного водоема по-разному. Ну да. Тут в котлетах. Передают штормовое. И вертолетчики засуетились. Надо хвосты подвязать, лопасти притянуть, лыжи помазать. Потому что в Светлогорске гроза лютая. И мы будем вон привязывать с очками. Вот и закончился еще один день. Хорошим был он или плохим, судить вам. Ставьте лайк или дизлайк. Я знаю, что завтра будет еще интересней, потому что завтра мой день рождения, а встретить 40 лет на плато Путорана, согласитесь, выпадало мало кому. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.